торпеды, Дэн, обидное поражение, чем можешь объяснить? Ой, даже не знаю, если честно. Во-первых, хотел извиниться перед болельщиками, все, кто пришли из нас поддерживать, те, кто на экранах, за экраном смотрел. Вот. Обидное поражение, не знаю, чуть не дотерпели, наверное, чуть не собраны в первом тайме, вышли в начале. Вот, и мы очень расстроены. Но в любом случае, я думаю, что за содержание, как за саму игру не обидно. Да, парни молодцы, бились, кувались. Мы готовились к этой игре, мы знали, как соперник будет играть. Спасибо, удачи, перестань.